И всем привет, ребят, с мистер Вайк, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство на пушку рельса, на самую популярную пушку в нашей игре. Устройство мне посоветовали подписчики, сказали, что надо взбодрилову сделать его и раскатать движуху плотненькую, поэтому сегодня мы это все дело попробуем реализовать. Но если вам нравятся видеоролики, посвященные нашим игровым тематикам и обзорам устройств и вооружений, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный так тимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы сыграем на рельсе с устройством крупнокалиберные снаряды. Именно это устройство в последнее время показывает очень хорошие результаты в рамках нашего матчмейкинга. Ну и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Попробуем реализовать эту всю ситуацию с викингом. Викинга-рельсочку, вот такую вот интересную комбину возьмем. Ну и возьмем еще и какой-нибудь другой скинчик. Возьмем, например, рельсу GT. Сочетается ли она? Да, более-менее сочетается с викингом. Демоник. Пикнем обычный, дефолтный, быстрый бой. Выбирать здесь ничего не будем. Посмотрим, что нам предложит матчмейкинг. Если вдруг будет что-то неподходящее, неиграбельное, то возьмем и перепикнем. Ну, а если будет хорошая боль-моль карточка, то попробуем ее реализовать на максималочку. Так, загружена соточка есть. Ну и смотрим, что нам предлагает матчмейкинг. А матчмейкинг предлагает нам промзонку в дефе за как раз-таки штурмик. Ну и наша задача здесь будет выпушивать вражеские респы и стараться наносить как можно больше урона стычки. 4600 залетает. 4600 с одной тычки с этой рельсы залетает? Серьезно? Настолько большой урон у этой рельсы? Так если у нас нету резиста, либо залетает крит, то у нас вообще есть возможность ваншотов? Прям таких плотных ваншотов? Давным-давно я уже не играл на крупнокалиберке. Поэтому будет очень интересно посмотреть вообще, сколько киллов я сумею на ней дать. Ну и вообще, многие ребята говорят о том, что на сегодняшний день это лучшее устройство на рельсу, которое есть в нашей игре. Так ли это на самом деле? Вы можете тоже написать в комментариях, какого вы мнения по этому поводу. Будет очень интересно почитать. Ну а я постараюсь сделать максималочку, при том, что у нас резистов особо большого количества нету. Здесь у нас против Excel-ка. На мамонта фрезе наваливает, надо бы ему тоже там тыку какую-то контентовую прописать. И здесь магнум с поджогом у нас наваливает мне тоже плюшки от стенки. Не сказать, что он там много дает, но по 1600, даже по кризису, по 1600 залетает у нас с одного выстрела. Так, переводка получилась, но я ДДшку не нажал. Соответственно, не так много залетело. Так, это, нифига себе, рандомная рельса залетела по оппоненту, целился по одному, снизу залетело вообще по-другому. Так, ну и здесь вот этот замечательный арес. Ух, ё-моё. Немножечко он меня на накидалову сделал. И я здесь... с минуса! Одного? Может, второй еще подставится? Давай второй, может, тоже подставится. Не, второй не подставляется. Но вот это я хорошо поймал, конечно, типа на минусе. Это было очень неплохо. Так, но сливать меня, я так понимаю, никто не хочет. Молот мне здесь страховочки не даст. А я... Шотик? Ах, чуть-чуть не успел. Могло получиться очень неплохо. 8 киллов у нас уже имеется. Очень неплохой старт. И это пока что еще без овердрайвов. То есть, если у нас сейчас еще и оудишки пойдут, может быть, вообще залетит какой-то плотный контентик. Так, здесь у нас ареса шафт. Быстренько респим его. Так, ну и, в принципе, наверное, я готов делать вжималову. Крит залетает очень тайминговый. Шикарный. Так, здесь, ну давайте, наверное, вжиматься. Давайте пробовать вжиматься. Тип сразу выходит с карты. Понимает, что сейчас по нему будет грязючка залетать. Перезарядка, конечно, довольно долгая у этой рельсы. Где-то, наверное, 5-6 рельс я могу дать
под овердрайвом викинга, но как будто бы этого даже будет достаточно, чтобы унести, например, 5-6 танков. Главное, чтобы все ваши выстрелы были точные и меткие, и тогда это будет каждый выстрел по одному киллу. Аптечкой захиливаем себе максималочку. Так, и у нас уже 15 киллов. 15 киллов уже. Очень неплохой результат, потому что резистов здесь особо у противника нету. И главное, чтобы криты еще залетали по нужным оппонентам. Если криты залетают по нужным оппонентам, то тогда все выглядит максимально круто и контентово. 16 киллов у нас уже есть. Так, хоппера рикошет пытается играть. А, не понял. Под что он решил поиграть? Он решил поиграть под Годмодиона, я так понимаю, да? Под Годмодиона он решил поиграть. Так, Хантера Фриз пытается раскрутиться. Шикарный. Еще выстрел здесь залетает у нас по оппонентику. Так, и пробуем. Пробуем еще подавать пару килочков. Хантер здесь с овердрайвом сверху стоит. Но мы ведем. Ведем очень хорошо, ведем. Очень хорошо ведем по киллам. Поэтому наша задача здесь лишь только улучшать свои результаты, потому что по времени здесь у нас еще играть и играть. Еще 2-300 залетает, неплохая тыка. Здесь по мамонту, к сожалению, я уже не попаду. Хотя он открывается. И пробуем. Не, ну 400 урона по резистному мамонту у нас залетает. Овердрайв, хорошо. Контролим OD-шку. Так, ну и попробуем раскрутиться теперь. Пробуем теперь раскрутиться. Каждый выстрел, по идее, должен быть килл. Три килла есть. Ну и все. Противников больше я здесь не видел в своем прицеле. Три килла, в принципе, наверное, тоже неплохой результат. Пробуем еще ваншотнуть Ареса. Отлично. Ваншот среднего, тяжелого танка залетает у нас, если у него нет резиста и нету брони в одном тайминге. Это очень хороший результат. Здесь по диктатору тоже можно накидалову сделать. Хорошо. 2-300 на контактик. 26 киллов у нас уже имеется. Очень хороший результат, если честно. Ну и вообще можно здесь попробовать сделать, может, даже каких-то 50 киллов. Не зря говорят о том, что на сегодняшний день это устройство является лучшим устройством на рельсу. И исходя из вот этого боя, исходя из того, что я вижу, я, в принципе, соглашусь с этим. 300 залетает просто у нас стыки. Именно с кризисом. Именно с кризисом очень хорошо смотрится эта рельса. Не знаю, с другим устройством, мне кажется, таких больших цифр не будет. И не будет возможности ваншота. А так, ты просто даешь ваншоты. Там три ваншота было подряд. Здесь можно попробовать еще дать по аресу. Хорошую тычку еще даем. Пытаемся здесь пожить. Может ваншот? Нет, не ваншот. 2600 залетает у нас. Так, пробуем скрыться. Скрыться. Одна секунда до аптечки. Прожимало у аптеки делаем. Диктатор открывается, но только 900 урона. Так, и подставляемся под шафта. Эх, не успеваю его слить. 30 киллов, шикарнейший результат пока что. Еще 6,5 минут до конца у нас есть. Овердрайв падает дроповый. 70% за это время у меня, кстати, накопилось. У меня на викинг здесь драйвера, к сожалению, нету. Если бы, я думаю, был бы у меня викинг здесь с драйвером, то очень бы быстро бы овердрайвы накапливались. Блин, к сожалению, не попал здесь по диктатору. Могла быть очень неплохая тычка. Залетает зато по другому диктатору у нас тыка. Так, и открывается шаф наверх. Шикарнейший прострел ему в голову. Чуть-чуть откатываемся от Изиды, чтобы под нулевым уроном она меня не слила. Дальше даем ей тыку на 2300. Она... не отхиливается. Я думал, что отхиливается. Быстро сливаем еще одного бойца. Так, ну и здесь рельсочки начинают меня уже потихоньку тоже наваливать. 5 резистов появляется уже от рельсы. Но у нас 33 килла. 30, мать его, 3 килла. Очень хороший результат. Очень хороший результат. Кстати, эта комбинация, на которой Excel катает на Маймонта Фризе, она тоже очень интересная. Такая толстая торпеда, которая может очень жестко врываться в оппонентов. Я думаю, что можно было бы ее тоже в ближайшем будущем на обзорчик дать. Так, но очень жесткая рельса. Честно вам скажу, очень жесткая рельса. Пиксу дам. Ах, пиксу не попал, к сожалению. Можно было бы еще бы пиксу поймать. Нет, здесь довольно тяжело ее, если честно, дать. Но и меня викинг здесь сливает. 37 киллов, 5 минут до конца. Есть возможность выйти здесь на 50. Что будет очень и очень хорошим результатом. Мамонт проезжает здесь мимо. Значит, мы быстренько идем на выпушинг.
Идем быстренько на выпушинг. Так, и даем шикарнейшую сквозную по 2-300 по двоим. Арес без ДАшки сразу улетает на арес, потому что у него нет резиста. Диктатор не прожимает броню, тоже улетает сразу молниеносно на арес. И еще один боец не прожимает ДАшку, но здесь я уже не успел. Арес повторяет свою ошибку еще раз. Улетает сразу же на респаун. Мне нравятся игроки, которые не делают выводы своих ошибок. Так, ну и даем еще неплохую тыку. Мамонт, конечно, ой, мамонт арес здесь очень неплохо навалил по мне урончика. И по итогу меня здесь даже он со своим поджогом сливает. 4 минуты до конца, 42 килла у нас уже имеется. Очень хороший результат в рамках этого боя. Шикарнейшая раздачка диктатора. Оу, дишки под меня. Сквозную на Добавкинса делаем. Еще аресик, а нет, это Крусейдер, открывается с респа. И его тоже молниеносно кто-то сливает. Очень хорошо у нас начинает работать наша команда. И здесь вообще есть возможность выйти на досрочку. 30 киллов у нас остается. Гаус с оглушением выглядит максимально глупо, если честно. Особо вообще не вижу смысла в реализации его. Крит? Нет, крита, к сожалению. Но 2-300 залетает. Арес выжимает Шареллу вражеский. Так, ну и у нас есть возможность здесь как минимум еще одну оверку реализовать. На 1000 очков я точно здесь выхожу уже. Тыщенка у нас в рамках этого боя точно будет. И это очень и очень хороший результат. Максимально шикарный результат. Если честно, успел еще прожать ДАшку, потом перевестись и дать еще тыку. Лак какой-то. А нет, это не лак, это просто тип залагал. Так, и еще шикарнейшую рельсу выдаем по Крусейдеру. Сливаем его, викинг. Что-то у нас немножко здесь подлагивает. Попробуем дать наверх такую вот хорошую прострельную на 4600. 47 киллов, еще 3 киллочка, я думаю, что здесь мы успеем точно дать. И, соответственно, у нас будет 50-очка закатку, 50 киллов, шикарнейший результат просто и реализация рельсы. Мне очень сильно нравится, что у нас здесь получается с этой рельсочкой. Так, и еще кильчик будет, успею. Хороший дабулетик, даем шикарнейший дабулетичек. Здесь не попадаю я, к сожалению. Так, ну и пробуем, открыть еще диктатора шикарно на 2600. Здесь открываем бойца. Блин, тычку по мамонту опять промахиваюсь. Пытаемся раскрутиться, но, к сожалению, улетаем на рез. 53 кило! Еще и с досрочкой будет. Блин, ну это очень жестко. Это очень жестко. Это прям очень жестко и приятно. Минку еще шикарную ставим под... викинга, сливаем его. Ах, чуть-чуть угла мне не хватает. Диктатор делает прожатие своего овердрайва. 2600 в голову просто залетало. Уделаем. Мамонт 2300 даже с резистом ловит свою кабину. Ах, викинг пролагивает, к сожалению. Не даем ему тыку, хотя можно было бы дать. И мы даем критовую на 3200 и заканчиваем эту каточку с 55 киллами с викинга рельсой на крупную калиберку. Считаю, что это очень жесткая каточка и очень шикарная реализация в рамках этого боя. Ну а вы пишите, что вы думаете по поводу этой рельсы, по поводу крупнокалиберочки. По ощущениям, как будто лучшее устройство на сегодняшний день. Такой шикарнейший урон на рельсе я давным-давно не выдавал. Ваншоты просто уносят противника. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.